Иногда, словно первый дождь, иногда, словно первый снег, вдруг приходит, когда не ждешь, удивительный человек. Иногда, словно фейерверк, неожиданный средь небес, удивительный человек появляется вдруг в судьбе. Не узнал бы его в толпе, в ресторане и на шоссе. Вдруг подходит он сам к тебе, человек не такой, как все. И не сразу, так через час, вдруг почувствуешь, он другой. По особой улыбке глаз, и рванешься к нему душой. И не сразу, так через час, озарит тебя мысль, как свет, что с тобой говорит сейчас удивительный человек. Тот, кого ты совсем не ждал, но который к тебе пришел, пусть на месяц, а не года, но душе твоей хорошо. От того, что тебя узнал, от того, что сказал привет, и что руку тебе пожал удивительный человек.